В Охотском море идет спасательная операция. К югу от Сахалина на мель сел танкер «Надежда». На подводные скалы его выбросило сильным ветром. Судно находится в 150 метрах от берега. Известно, что его резервуары заполнены горючим. Танкер перевозил почти 800 тонн груза, мазута и дизельного топлива. И, как передает экипаж, началась утечка нефтепродуктов в море. По докладу капитана, имеется пробоина в машинном отделении. И также он наблюдает, как из, предположительно, одного из танков, там, где закачаны горюче-смазочные материалы, то есть его полезный груз, растекается горюче-смазочным материалом. Экипажу сейчас угрозы нет. Вместе с тем мы планируем при необходимости провести эвакуацию экипажа судна. Сколько точно горючего уже вытекло, неизвестно. И приступить к откачке топлива специалисты в ближайшее время не смогут. Мешает погода. Море штормит. Чтобы не допустить распространения нефтепродуктов на большой территории, могут быть установлены боновые заграждения. На помощь попавшему в беду танкеру выдвинулось спасательное судно «Рубин».